ребята, у нас сегодня новый челлендж. Привет, друзья, и сегодня у нас с Аришкой опять новый челлендж, который называется... И он называется Crazy Monkey. Да, Crazy, Crazy Monkey. Сумасшедшая обезьянка. Это, наверное, челлендж орёт про меня. А что здесь надо делать? В этой игре она рассчитана на двух человек. Нужно обезьянкой, то есть ее ручками, попасть в стаканчик. И там есть какие-то карточки, сейчас мы будем открывать и смотреть. Возможно, там есть какое-то задание. Видишь, обезьянки с карточками. Открываем? Да. Ставим паузу, а где же лайк? Где подписка? Давай, давай, канал включай, лайк нажимай. Давай поскорей, вместе будет веселей. Ребята, сейчас задание для самых быстрых. Когда медленные, как черепашки, могут не участвовать. Правила такие. За 3 секунды надо успеть нажать на подписку и на колокольчик. Это сложное задание. И на подписку, и на колокольчик. А зачем нажимаем на колокольчик, Арина? Чтобы смотреть все мои новые видео. Ну что, время пошло. Раз, два, три. Ну что, ребята, все успели подписаться? Думаю, нет таких, как черепашек. Да, черепашек, наверное, у нас нет. Все быстрые, как молния. Ребята, кто успел, в комментариях поставьте плюсик. Так, ну что, мы достали наши, да? Да. Игру нашу. Что у нас здесь есть, Арина, рассказывай. Crazy Monkey наши. Да, две Crazy Monkey. У них шишки. Это не шишки, это такой хохолок, прическа у них, наверное. У них есть вот такие вот ручки, благодаря которым и будут летать наши снаряды. Какие снаряды? Это апельсины, а у меня арбузы. Апельсины и арбузы. Не попались апельсины, а не попались арбузы. Что у нас еще есть? У нас есть стаканчики, но, как вы заметили, они двух цветов. Если мы попадаем в желтый стаканчик, мы его забираем себе, и это один балл. А если мы попадаем в красный стаканчик, то мы его тоже забираем, но у нас есть право на второй удар. Давай пробовать, давай начинать играть. Кто первый? Я. Хорошо, я пока поставлю патрон. Итак, прицеливайся. Я думаю, я сюда прицелилась. Арина, ты сейчас мою... Заново. Арина готовится к удару. Давай, манки. Ух! Почти попала. Ну, оставляй, хорошо, оставляй. Арина почти попала. Красный. Теперь целюсь я. Так, мои снаряды здесь пусть стоят. Итак, обезьянка, ты готова? И пух, перелетела. Было бы клево, если сюда. Я тоже не попала. Арина, ты ходи. Оп! Перелетела. Ракета. Хорошо, мой ход. Моя обезьянка сидит. Попади на меня! Перелетела. Арина, давай, ходи. Меня рубит. Никак не можем попасть в эти стаканчики. Слишком слабо. Шарик улетел. Ну все, сейчас моя обезьянка должна попасть. Не долетел. Ты ходи. Ну ты мама. Давай, Арин, стреляй. Итак, мой выстрел и обезьянка сейчас... Оп! Попала! Ура! В желтый стаканчик. Красный. Сначала у меня был в красный попал, потом перескочил в желтый. Ну, я собираю желтый стаканчик. У меня уже один есть. Арина, давай старайся. Твой ход. Прицелься. Давай аккуратненько. Есть! И Арина попала. С этим забираю. Теперь я прицеливаюсь. Ой, перелетела. Давай, у нас осталось по два хода. Арина. Тихо. Обезьянки вообще никак не могут попасть. Прицеливаемся. Нет, попади. Ой, слабо. Это не считается. Перелетела. Конец видео. И этот шарик. Давай, Арина, должен стреляй. Должен быть моим. Есть, Арина. Надеюсь, попала. Больше никто не попадет. И у меня последний выстрел. Надеюсь, что тоже попаду. Если нет, то получается я проиграла. Так, прицеливаюсь. Мне нужно в красный попасть. Не попала. У нас еще один раунд. Давай, запускай. И сразу попала. Есть, поздравляю, Арина. Так. Мой перелетел. В этот бы попала. Мой перелетел шарик. Давай, Арина.
шарики разлетаются. Попади сюда. Не долетело. То перелетело, то не долетело. Давай. О, может, нет. Ну давай в ладошки. Нужно в ладошки поставить обезьянки. И. Ура! Было в красном. А это считается? Нет, но оно у тебя в желтый попало. У меня тоже так было один раз. Помнишь, что с красного перелетело в желтый. Но ты молодец, я тебя поздравляю. Да. Следующий мой выстрел. Так, мне нужно в красный, чтобы догнать Арину. Вот так. Так. Прицеливаюсь. Пум. Ох, почти в красном. Твой ход, Арина. Пуляй своим. Ну, почти. Хорошо, я играю. Да! О, нет. Мне в осанку. Давай. Мама, кажется, никогда не попадет. Ух, да, тяжело-то попасть в стаканчики. Настоящая Crazy Monkey. Crazy Monkey победит. Не долетел шарик немножко. Я. Давай! Попала? Нет, не попала. Я должна победить эту Crazy Monkey. Ты хочешь красный? Да. У меня последний выстрел. И смотрим. Нет. Нет. Я не попала. И в этом раунде выигрывает Арина. Напишите в комментариях, за какую вы обезьянку болели, которая арбузы кидает или дыни? Моя дыня кидала. Всем пока-пока. А я запускаю. Пока, ребята. Пока.